Новобранцы 115-го зенитного ракетного полка успели адаптироваться к военным будням. Оттащили строевой шаг, познакомились с боевыми товарищами. Не за горами проверка армейской выправки, уверенного знания устава и владения технической частью. А пока они присутствуют на мероприятии, значимом для каждого солдата, защитника небесных рубежей. Митинги, знаменующим начало учебного года. Уже по традиции на торжественной части ветераны службы, представители духовенства. Словом, те, кому есть что сказать молодому пополнению. Поддержали новобранцев их командиры. Молодые, сильные, здоровые, умные люди, достойная смена предыдущим поколениям военнослужащих. Надеемся, что проблем у нас с них не будет. Мы сможем из них подготовить достойных операторов, достойных водителей, достойных специалистов, вот, которые в дальнейшем смогут выполнять все поставленные задачи, которые будут стоять перед полком, перед Родиной. Служить все пришли с желанием, все хотят пройти воинскую службу, понимают серьезность всех мероприятий и ситуации нынешней. 70 солдат срочной службы и 40 резервистов приняла дружная армейская семья 115-го зенитного ракетного полка. За последний год возросла штатная численность подразделений, пополнился состав военной техники из России. Этим объясним скачок количества солдат. Новобранцы сегодняшние отлично понимают, к чему стоит стремиться. Результаты насыщенного на события 2015 года. Победы на международных конкурсах военнослужащих 115-го зенитного ракетного полка. Успешные выступления на учениях на российских полигонах. Это и многое другое – отличный стимул для молодых людей. Родители очень гордятся. Мама очень за меня гордится, что я пошел служить. И я как бы горжусь собой, что пошел служить. Я как бы считаю, что каждый мужчина должен служить. Буду стремиться еще к большему, чтобы добиваться еще больших результатов, чтобы не подвести свой полк и не подвести своих командиров. И как бы очень хочется, но и побывайте за рубежом. Мы сели, все познакомились, узнали друг друга и ну, такого, чтобы кто-то там от нас отставал, нету. Мы все как одна дружная семья. Для того, чтобы достойно выступать на учениях и международных конкурсах, солдаты 115-го зенитного ракетного полка осуществляют серьезную подготовку, осваивают сложнейшие упражнения, оттачивают до совершенства военное мастерство. Все это под руководством опытных командиров. За успехами стоит огромный труд. Новобранцам только предстоит на собственном опыте это ощутить. Но, будучи призванными в данное подразделение, они уже осознают ответственность. Стоит ли сомневаться в том, что сложности будут ими преодолены? У нас этот год назван министром обороны годом качества, поэтому мы будем больше работать над совершенствованием тех своих навыков, тех умений, которые были приобретены, того опыта. Вот, с учетом международных соревнований, которые в прошлом году мы поучаствовали и довольно-таки хорошо выступили, с учетом тех учений, которые были в прошлом году проведены. Вот, мы уже провели разбор всего этого дела, анализ. Вот, и определились, на каких моментах мы будем сосредотачивать основные усилия. Вот, это будет шлифование мастерства. София Бережная, Эдуард Букунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.